Привет, друзья! Елена Клевцова, и это традиционный вторничный практикум для моих студентов, в котором мы тренируемся соединять буквы арабского алфавита в слова. Сегодня у нас с вами буковки мим, ков, глубокий звук ко, квохчущий, да, и твердый сод. Алиф еще добавим. Огласовки. Соедините буковки воедино и самостоятельно напишите слово. Надеюсь, у вас получилось то же, что и у меня. Прочтите. Макос, макос, макос – это ножницы. Макос – твердый сод. Если же мы заменим букву сод на более легкий и мягкий син, то мы получим совершенно другое слово. Макос с буквой син переводится как размер. Размер ножниц. Размер одежды, конечно. Да? Махуа макасука. Махуа макасука. Какой у тебя размер, мужчина? Махуа. Макасука. Какой у тебя размер одежды? Махуа макасуки. Какой у тебя, женщины, размер одежды? И разница в звучании. Макас, макас. Макас, макас. Ну, на самом деле разницы никакой. Конечно же, теоретически она должна быть, да, то есть с, с твердое должно давать более твердый звук. С, с син мягче. На практике вы этой разницы, вы эту разницу вряд ли почувствуете. Для этого нужно быть, наверное, носителем языка. И моих студентов часто смущает то, что они на практике не слышат разницы между подобными парными звуками. А ведь их достаточно много в арабском языке, вы это знаете. И тогда я говорю им, что на самом деле это не критично. То есть то, что вы это не слышите, это не потому, что у вас со слухом беда, а потому что, ну, оно реально часто бывает не слышно. И это не должно нас никак смущать, это не должно нас никак останавливать. Это не является никакой преградой в речи, в разговоре, продвижении в арабском языке. Привет, друзья! Елена Клевцова и традиционная вторничная рубрика для тех, кто изучает арабский алфавит и учится соединять буквы в слова. Сегодня у нас три уже всем, наверное, знакомые буквы. Буквы син, лям и мим. И мы уже не раз обращались к этим трем буквам и создавали из них слова, которые всем известны. Салям, ислам и так далее. То есть сам корень саляма дает нам значение целостности, то есть это быть целостным. Однако сегодня я вас удивлю, и мы запишем совершенно новое слово из этих же трех букв. Возьмем только огласовочки. Кесра. Удвоенный лям, то есть здесь шадда, снова кесра. Кстати, кесру мы можем написать как под буквой, так и под шаддой. Это кесра. Если была фатха, то она бы писалась над шаддой. Поэтому, ну вот, запишем вот так, посложнее, да? И соединим эти буквы вместе. Поставьте меня на паузу,
сделать это самостоятельно, и мы проверим, что у нас получилось. Получилось у нас следующее. Прочтите. Получилось у нас слово «селлем». «Селлем». «Селлем» к «саляму» не имеет никакого отношения. Значение этого слова, здесь у нас фоном идет подсказка. Это слово переводится как «лестница». «Селлем» – «лестница». И очень похожее по звучанию имя, мужское. Только здесь буква «я» звучит как «и», «кесры». «Селим», «селим», «селим» — это мужское имя. Не путать его с лестницей, да? «Селим», «селим». А если у нас вместо «кесры» поставить здесь «фатху», то у нас получится прилагательное «селим», «селим». «Салим» происходит от корня «салама», то есть быть целостным. «Салим» — целостный, неразрушенный, непобитый, не испорченный, то есть «салим». Итак, «селим», «салим» и «селлем». Попробуйте придумать предложение с этими тремя словами. Посмотрим, что у вас получится. Делитесь в комментариях. Если же этот материал показался вам вдруг сложным, и вы хотите разобраться во всем сначала, то я приглашаю вас пройти вместе со мной онлайн-курс «Арабское чтение и письмо» за 3 часа. Дорогие друзья, до середины сентября у вас есть возможность приобрести интересующий вас курс по старой цене. После 15 сентября стоимость курсов будет повышена. Жду вас в числе своих студентов. До встречи. Пока. Thank you.